왜 우리는 성탄절을 축하하는 걸까요? И почему же мы каждый раз празднуем Рождество? 거기에는 분명한 이유가 있습니다. И на это есть очень важная причина. 세상에는 드러난 문제가 있고 숨겨진 문제가 있어요. И в этом мире есть проблемы, которые видимы, и проблемы, которые невидимы. 왜 암이 무서우냐? 그게 대부분이 숨겨져 있어서 그렇습니다. Почему рак он очень опасный, потому что он сокрытый. 드러난 문제는 어떤 면에서 쉽게 해결이 돼요. А в какой-то степени проблема, которая видима, она разрешается очень легко. 그러나 숨겨진 문제가 오래되면 드러난 문제도 해결이 쉽지 않습니다. Но если сокрытые проблемы станут древними, но и видимые проблемы нелегко их разрешить. 성경은 이 근본 문제, 숨겨진 문제에 대해서 말해주고 있는 겁니다. И Библия нам говорит именно об этой проблеме, которая сокрыта. 사람들은 대부분이 드러난 문제에 관심이 많아요. И в основном люди интересуются только проблемой, которая видима нашим глазам. 인간관계가 어떻다, 경제가 어떻다, 누가 나를 상처 줬다 이렇게 다 이게 드러난 문제입니다. И все эти проблемы, которые видимы, это финансы, это взаимоотношения между с людьми. 그러나 더 중요한 것은 그럴 수밖에 없는 원인을 알아야 되고요. Но самое важное нужно знать причину, почему человек так поступает. 그 원인을 해결하는 것이 더 중요합니다. И еще важнее, чтобы разрешить эту причину. 그래서 해결도 드러난 보이는 거 해결보다는 보이지 않는 문제 해결이 더 중요한 겁니다. И еще важнее разрешение, которое невидимо, нежели которое видимо. 성경은 보이지 않는 근본 문제에 대해서 이렇게 얘기합니다. И Библия говорит нам об основной проблеме, которая невидима нашим глазам. 창세기 3장 1절로 6절이 바로 그 근본 문제, 보이지 않는 문제라고 설명하고 있는 겁니다. И Библия нам говорит Бытие 3:1-6 это то, что проблема, которая невидима. 이 문제를 성경은 보이지 않는 문제이기 때문에 사람들은 잘 못 본다는 거예요. 이 Библия говорит, так как это видимо, проблема невидима, поэтому люди не увидят это. 창세기 3장 1절로 6절은 바로 그 숨겨진 원죄의 문제에 대해서 말해주고 있습니다. И именно Бытие 3 глава с 1 по 6 стих говорится об этой проблеме. 이 원죄가 근원 원자라는 거거든요. И это основная проблема. 그래서 원죄할 때는 근원적인 그 근본적인 죄다 이렇게 말하는 겁니다. И когда мы говорим о первобытном грехе, мы говорим это основной грех. 왜 이 땅에 수많은 사람이 고통스러워하느냐? 그 근본 문제로부터 출발됐다는 걸 성경은 말하는 거예요. И почему многие люди в этом мире страдают, потому что Библия говорит из-за основной проблемы. 그러나 사람들은 지금 드러난 문제만 가지고 거기에 대해서 말하지 근본에 대해서는 관심이 없는. Но многие люди, они не говорят об основной проблеме, они говорят о проблеме, которая видима. 그 사람들이 신앙생활 하면서도 이 근본에 관해서 관심이 없으니까 말씀을 들으려고 자꾸 표면적인 얘기를 듣고 싶어 하는 거예요. И даже верующие люди, которые ходят в церковь, неправильно знают об основной проблеме. 아, 부부가 갈등이 하냐? 아, 아내 보고 참으라. 남편 보고 잘해 주라든가. 용돈 좀 주라든가. 이게 전부 다 드러난 문제입니다. И все эти проблемы, которые видимы, это помогать или там понимать. 뭐 용돈을 주면 행복할 거지. 여러분, 그게요. 며칠 갑니까? Разве за денег вы будете счастливы? Конечно, только пару дней займет. 그래서 이런 얘기 있잖아요. 머리를 깎으면 하루가 기쁘고, 뭐 목욕을 하면 뭐 이틀이 기쁘고. 이게 다 드러난 문제는 그 유혹 기간이 굉장히 짧습니다. И говорится, все проблемы, которые выходят наружу, они очень короткие. 성경은 원인을 뭐라고 하냐? 인간이 원래 하나님의 형상대로 창조된 존재였다라는 것을부터 시작합니다. И Библия говорит именно с того момента, когда человек был сотворен по образу Божьему. 나무가 흙 속에 뿌리를 내려야 사는 것처럼 물고기가 물 속에 살아야 행복한 것처럼 인간은 원래 하나님과 함께 살도록 창조됐다라는 것부터 시작해요. И здесь говорится, как дерево на земле, птицы на небе, а рыбы на воде, так человек должен быть вместе с Богом. 그러나 실제로 물고기는 물 속에 있으면서 자기가 물 속에 있기 때문에 살 수 있다라는 생각 별로 안 할 겁니다. Но рыба не думает, что так как он находится в воде, он может жить. 이게 워낙 당연한 거니까요. Потому что это обязательное явление. 원래 인간이 하나님과 함께하는 것이 당연한 거거든요. Самое обязательное явление то, чтобы с самого начала, чтобы человек был вместе с Богом. 근데 너무 당연하다 보니까 이거 인식이 없는 거예요. Но так как это обязательное, человек не может думать об этом. 상어가 물 속에 있을 때는 어마어마하게 무섭습니다. И когда акула находится на воде. 물 밖에 나오면 어떻게 될까요? А что будет, если акула выйдет на сушу? 생선이 됩니다. Он станет просто рыбой. 그냥 죽는 거예요, 그냥. И просто умрет. 나무가요, 땅 속에 있으면 100년도 살고 1000년도 삽니다. 어느 나무는. И любое дерево будет жить 1000-100 тысяч лет на земле. 태풍 때문에 이 나무가 만약에 뿌리가 뽑히면 어떻게 돼요? А что будет, если из-за тайфуна дерево упадет? 이제 그건 죽는 거는 그건 시간 문제입니다. 예,
Проблема то, что дерево будет погибать со временем. 땅 속에 뿌리를 내렸을 때는 태양이 비추고 바람이 불면 이게 다 자양분이 되지만 땅 밖에 나오는 순간부터 이건 말라 죽는 일밖에 못 해요. И с того момента, когда дерево выходит из своих корней, оно начинает засыхать. 여러분, 우리가 인간이 하나님과 함께 했을 때는 경제적인 거 뭐 이런 것이 다 우리의 자양분이 되지만 하나님을 떠나면 이 모든 문제는요. 우리에게 인생을 더 고통스럽게 하는 도구에 불과하죠. А если мы отойдем от Бога и будем жить без него, то все эти проблемы, которые сейчас есть, для нас будут страдательными. 이게 근본에 관한 부분에 대한 인식이 거의 안 돼 있어요. И у людей нету именно касаемо основной проблемы зрения. 그 인간이 원래 하나님과 함께 되면 이 하나님과 분리되면 어떻게 되겠냐는 거예요. Говорится, что будет, если человек, который должен быть вместе с Богом, отошел от него? 이게 모든 저주와 재앙의 시작이라는 거예요. Говорится, это начало всех бедствий и проклятий. 그것을 성경은 창세기 3장에서 설명하고 있는 겁니다. 이미나 비브라나 가브리타 바텀 부티아 3절 거기. 사단에게 속아서 인간이 하나님 없이도 나는 살 수 있어라고 하면서 분리됐다는 거예요. 그래서 человек отошёл от Бога с того момента, когда сказал, что он сам может жить без Бога. 하나님과 분리된 인간이 가장 많이 하는 고백이 뭔지 아십니까? Знаете ли вы исповедь человека, который отошёл от Бога? 내 인생 내 마음대로 할 수 있어. Это то, что они говорят, я могу вести свою жизнь. 그 말을 가장 많이 합니다. И они говорят это слово очень много. 내가 노력하면 못할 게 없어. Они говорят, если я буду стараться, я все могу. 그럼 물어봅시다. Давайте я вас спрошу. 그런데 왜 그렇게 살고 있나요? Если так, почему вы сейчас так живете? 자기 인생 자기 마음대로 할 수 있다면서 왜 고모양으로 그렇게 사냐고요? Почему же, когда человек говорит, что он сам все мог, почему он так живет тогда? 그렇게 될 수 없는 게 인생인 거예요. Жизнь это то, что так не получается. 물고기가 물 밖에 나오면 내 마음대로 할까? 못 한다는 거잖아요. То есть, если рыба выйдет на сушу, разве он может сам жить? Нет. 인간은 반드시 하나님과 함께 해야 되는 거예요. И человек обязательно должен быть вместе с Богом. 성탄이 뭐냐? 하나님과 함께하는 그 축복을 준 날이라는 거예요. А что такое Рождество? Это день благословения, который Бог нам дал. 그게 성탄에 대한 개념도요. 이게 표면적인 얘기만 하고 있는 거예요. И люди даже неправильно знают о Рождестве. 뭐 성탄절 뭐 예, 선물을 받았다. 성탄절 캐롤상이 좋다. 이건 다 표면적인 겁니다. Это просто нормальное явление подарки дарить. 진짜 중요한 게 뭔지 아는 거예요. Но говорится, а что самое важное? 근본에 관한 부분에 대한 발견이 시작돼야 돼요. Нужно выявить именно основную часть. 그래서 이 원죄라고 하는 것은요, 이거는 엄청난 문제입니다. И поэтому основная проблема это очень большая. 물고기가 물을 빠져 나온 것만큼 심각한 문제예요. Это такая же проблема, как рыба выходит на сушу. 그런데 사람들은 가장 관심이 없는 게 바로 이 원죄예요. Но все равно люди не интересуются основной проблемой. 다 도덕적인 죄, 자범죄 이런 것만 얘기하고 있어요. 아니, 또가 говорят о мирском. 여러분 성경에서 너희 죄를 회개하라 이 말할 때 뭐 사과 하나 따 먹은 거 옛날 그 서리 같은 거 했잖아요. 우리 시골일 때 배고프면 지나가다가 무밭에 이렇게 무 이렇게 중간에 쭉 올라온 무 있습니다. 그 단무지 하는 무인데 그렇게 보면 굉장히 맛있어 보이거든요. 그거 뽑아서 먹은 적 많아요. И разве Библия вам говорит, чтобы вы покаялись за то, что вы съели с этого плода? 그 하나님이 네 무 먹었으니까 지옥 가라 이 얘기입니까? Разве Бог говорит, если ты съел этот плод, ты пойдешь в ад? 물론 잘한 건 아니지만 그렇다고 그것 때문에 지옥 갈 만큼 그 무 문제가 그렇게 심각한 문제입니까? Конечно, это не хорошо, но это не такая худшая проблема, чтобы попасть в ад. 그런 게 아니거든요. Это не об этом говорится. 세상 사람들 다 무슨 얘기합니까? Что говорят многие люди? 맨날 왕따를 당했다, 왕따를 주었다. 되게 표면적인 얘기예요. Они говорят, я был изгоем, ты был изгоем. 근원을 들어가 보세요. А попробуйте войти в глубже. 그 사람이 왜 그럴 수밖에 없는 이유가 있는 겁니다. Есть причина, почему этот человек так поступает. 대부분이 그 왕따 하는 애들, 왕따 주는 애들 보세요. 걔들 가정이 다 무너져 있는 애들이에요. Попробуйте тех людей, которые гоняют детей. У них такая. 그럴 수밖에 없는 이유를 먼저 봐야 되거든요. И нужно во-первых увидеть причину, почему они так живут. 그런 건 전혀 관심 없어요. Но все равно они не интересуются. 세상의 모든 매체는 다 드러난 얘기만 하고 있습니다. И мир этот нам говорит только о тех вещах, которые видны. 도대체 어디 가서 근원의 얘기를 듣겠어요? А если так, то где же они услышат об основном? 어디 가서 근원의 답이 뭔지를 알 수 있겠습니까? И куда они пойдут и узнают настоящий ответ? 그러니까 세상은 열심히 살고 최선을 다하고 사는 것 같으나 계속 저주에서 빠져나오지 못하는 거예요. И поэтому мир даже если усердно живет, но они постоянно не могут выйти из этих бедствий. 물 밖에 나온 생선이 몸부림쳐 보세요. 비늘밖에 더 떨어져요. Попробуйте, если рыба выйдет на сушу, она умрет. 아무것도 되는 게 없는 겁니다. И ничего не получится. 누군가가 들어서 물에다 넣어주는 일밖에 다른 방법이 없어요. И нет способа, как кто-то эту рыбу с суши положит обратно в воду. 그땐 그 물고기 이거죠. 내가 구원받았다. И эта рыба скажет, я получил спасение тогда. 그렇습니다. Это так. 우리를 누군가가 하나님과 만나게 해주지 않으면 안 돼요. И кто-то нас привел к Богу. 그 누군가가 누구냐는 거예요. Говорится, кто же этот человек? 그게 그리스도라는 겁니다. И этот Христос. 성탄은 바로 이 비밀을 계속 말하고 있는 거예요. И Рождество это тот день, когда говорится об этой тайне.
그래서 인간의 근본 문제는 하나님 떠난 문제가 가장 심각한 거고요. 그 결과 사단에게 잡혀버렸다는 거예요. 인간이 하나님을 떠날 때 그냥 떠난 게 아니에요. 성경은 정확히 원인자가 있었다는 거예요. 여러분, 우리 불행에는 원인자가 있어요. 불행을 만들게 한 그 근원자가 있다니까요. Есть такое существо, которое делает это. 그게 사람이 아닙니다. И это не человек. 그래서 바울도 얘기해요. 우리의 싸움을 혈과 육과 싸우지 말으라고. И поэтому Павел нам говорит, мы не боремся за плоть. 남편 때문에 그래, 부모 때문에 그래, 아내 때문에 그래, 애들 때문에 그래. 그게요, 사단이 우리에게 아주 교묘하게 속이는 방법입니다. И способ сатаны так нас обманывать через семью, через друзей. 사단에게 속은 사람의 핵심이 뭔지 아세요? Знаете ли вы основную часть человека, который обманул? 모든 원인을 눈에 보이는 사람에게 원인을 돌리는 거예요. И этот человек всегда обвиняет человека. 심지어는 나 때문에 그래, 막 나라 뒤집자 막 이러는 거예요. И этот человек еще сам себя обвиняет. 그게 다 표면적인 겁니다. 이 это неправильно. 여러분, 나에게 누군가 막 괴롭힌다. 그 사람은 그럴 수밖에 없는 그 근원적 배경이 있어요. Если кто-то меня сейчас мучает, есть у этого человека причина, почему он так делает. 그 사람이 행복한데 나를 괴롭히고 있습니까? Разве из-за того, что он счастлив, меня мучает? 본인도 본인대로 의지대로 할 수 없는 뭔가에 잡혀 있다는 거예요. Он сам захвачен существом, которое сам не знает. 본인도 모르게 강한 자에게 잡혀 있는 거예요. И сам даже сам не зная, захвачен сильным. 그 예수님 뭐라고 한 자십니까? Знаете ли вы, что сказал? 그 강한 자를 결박해야 그 사람을 거기서 빼내지 않겠느냐. 예수 сказал, что нужно сокрушить сначала сильного, только так можно его вытащить. 예수님이 탄생하기 전에 스가랴라는 사람이 있었어요. И до рождения Христа был один человек. 누가복음 1장 67절로 81절면 스가랴의 기도가 나와요. И от Луки говорится нам об этом человеке. 이 스가랴의 기도 중에 이런 말이 나와요. И среди его молитвы есть такая молитва. 원수의 손에서 그분이 와서 우리를 건져낼 것이다. Говорит, придет и вытащит нас из рук врага Захария. 예수님의 탄생을 얘기하면서 계속 하는 얘기가 뭐냐? 원수의 손에서 우리를 빼낼 자 이런 얘기를 해요. И именно Захария говорит то, что нас вытащит от рук нашего врага. 도대체 누가 우리의 원수입니까? Если так, кто же наш враг? 사람입니까? Это человек? 부모입니까? Или родитель? 남편이고 아내입니까? Или муж и жена? 아니면 아이 자녀입니까? Или дети? 아닙니다. Это не так. 우리 원수는 따로 있어요. Наш враг он находится отдельно. 원수를 보는 눈이 없으면요, 엉뚱한 사람한테 그걸 다 화풀이해 버리는 거예요. А если у нас не будет зрения увидеть настоящего врага, то мы будем только злиться на людей. 우리의 사단에게서 오면 가장 충격적인 결과를 일으키는 게 뭔지 아십니까? Знаете ли вы самое худшее заключение? 가장 가까운 사람을 가장 괴롭히는 일을 하는 거예요. Это то, что мучает самого ближнего. 어쩌다 만난 사람한테 굉장히 잘합니다, 사람들이. А люди наоборот хорошо относятся к тем людям, которых вы плохо знаете. 어쩌다 한번 만나는 사람한테 예의를 다 갖추고서 인사도 하고 그래요. В какой-то степени они держат манеры. 함께 평생을 사는 사람들 함부로 합니다. А с человеком, с которым они всю жизнь прожили, они начинают просто так. 막 상처 주고 막 그럽니다. И начинают давать раны. 그 제정신입니까, 그게? Разве это нормально? 뭐가 잘못된 거지? Что-то неправильно. 어쩌다 만난 사람한테 대충 해도 상관없지만 늘 함께 사는 사람한테 최선을 다해야 되는 게 정상 아닙니까? Самое правильное это то, что делать хорошие поступки человеку, который рядом всегда. 왜 그렇게 살까요? А почему же так люди живут? 원수를 몰라서. Это потому, что они не знают врага. 진짜 우리의 문제를 불행하게 만드는 대상에 대해서 인식이 없어서. Они не знают о том, о том существе, которое нам мешает. 그래서 엉뚱한 사람한테, 엉뚱한 가장 잘해줘야 되고 가장 아껴야 할 사람한테 마구 해놓는 거예요. И поэтому они просто дают раны ближнему, а наоборот, которым человеку плохо знают, хорошо делают. 요한복음 8장 44절에 뭐라고 한지 아십니까? Знаете ли вы, что говорится от Иоанна 8:44? 사단은 처음부터 거짓말쟁이였다. Говорится, он был с самого начала лжецом. 거짓말쟁이 아비였대요. И он был 그린 우리 그 자녀에 대해서 평생 그 속임수에 빠져 살다 간다는 거예요. И говорится, что чья-то дьявол всю жизнь будет обманывать. 지금 내가 누군가를 막 엄청나게 원망하고 있습니까? И роптаю ли я сейчас какого-то человека? 표면적인 것만 보면 그럴 수 있겠죠. Конечно, если посмотреть глубже, нормально. 이면적으로 보면 속고 있는 거예요. Но если с другой стороны посмотреть, вы обманываетесь. 누구에게요? Кому? 거짓말쟁이의 왕인 사단에게 속은 거예요. Обманываетесь королю. 그래서 지금 우리는 지금 뭔가 방황하고 있고 잘못 살고 있는 거예요. И поэтому сейчас мы почему-то из-за чего-то неправильно живем. 그래서 요한에서 3장 8절에 이런 말씀이 있습니다. И от 1 Иоанна 3:8 говорится. 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. И сын Божий пришел на эту землю для того, чтобы сокрушить дело дьявола. 마귀는 원래 타락한 천사가 마귀거든요. И дьявол тот, который грехопадший ангел. 그러니까 마귀도 사실 영적 존재예요. По правде, дьявол тоже духовное творение. 그래서 고린도후서에는요,
그 광명한 천사 같다 이렇게 얘기합니다. 이 поэтому от 2 Коринфян 4 читай его как ангел. 그래서 사단을 없앤다. 이게 없어지지 않습니다. И даже если мы хотим убить сатану, мы не сможем его убить. 그래서 마귀의 일을 없앤다는 거예요. И поэтому говорится убрать дела дьявола. 아니 내 주변에 사기꾼이 아무리 많아도요. 내가 사기 안 당하면요. 사기꾼은 나하고 아무 상관없어요. Если в окружении мне много обманщиков, но если я не буду обманываться, все нормально. 어떤 사람 보이스피싱이 당해가지고 막 수백만 원, 수천만 원씩 잃는 사람이 있어요. Есть такие люди, которые по телефону теряют очень много денег из-за мошенников. 저한테도 보이스피싱 가끔 오더라고요. Мне тоже иногда мошенники звонят. 아빠 지금 핸드폰 깨졌어, 뭐 이러면서요. С таким посланием, что папа у меня украли телефон. 검사입니다. 이런 헛소리 하는 거죠. И интересные слова приходят. 그럼 저는 이거 재밌어요. Мне интересно. 아 그렇습니까? 제가 핸드폰 어제 고쳤는데요. 뭐 이러면서 이제 같이 농담하죠. Я тоже начинаю с этим мошенником общаться. 왜냐? 안 당하면 아무 상관없어요, 나한테. Если я не буду обманываться, для меня нет никакой разницы. 당하면요. А что если я буду обманываться? 엄청나게 손실 보는 거예요. И вы потеряете очень многое. 그러니까 사단의 일을 깨부셔야 돼요. И вы должны сокрушить дела сатаны. 사단에 속지 않으면 아무 상관없어요. 사단이 내 옆에 우글우글해도 상관이 없는 겁니다. Если сатана всегда рядом со мной, но если я не буду обманываться им, нету никакой разницы. 그러나 내가 계속 속으면요, 사단이 슬쩍 말 한마디 툭 던지고 다 걸려드는 거예요. А что если я буду слабым, то сатана сделает один движ, я буду обманываться. 오늘 사단의 일을 멸하신 그리스도의 비밀을 굳게 붙잡길 주의 이름으로 축원합니다. И меня Господь, чтобы ухватили за тайну Христа, который пришел сегодня. 이렇게 하나님 떠나고 사단에게 계속 당하면 삶이 어떻게 되겠어요? Что же будет, если человек будет так жить? 지옥처럼 되는 겁니다. Это будет жизнь подобна аду. 우리가 하는 얘기죠. 내 삶이 생지옥이야 이런 얘기하죠. И мы всегда говорим, я как будто в аду. 왜 생지옥이라고 하죠? Почему же мы так говорим? 살아 있는데 이게 지옥 같은 거라. Потому что вроде бы человек живет, но как он как в аду. 심지어 어떤 사람은요, 차라리 사는 것보다 죽는 게 낫다. 그래서 자살합니다. И какой-то человек говорит, лучше чем жить, нужно умереть. 왜요? 사단에게 속아 살아서 그렇게 생지옥 같은 거예요. Почему? Потому что этот человек обманут сатаной. 모든 사람이 다 나를 괴롭히는 것처럼 보이는 거예요. И я буду видеть так, как будто все люди меня ненавидят, все меня мучают. 아닙니다. Это не так. 사단에게 속아서 그런 거예요. Потому что этот человек обманут сатаной. 답을 찾으면 아무 문제 안 돼요. Если этот человек найдет ответ, то не станет это проблемой. 그래서 예수님께서 이렇게 얘기했어요. И поэтому Иисус сказал так. 우리가 성령 충만해서 마귀를 멸하면 그곳이 하나님 나라가 임한 것이다. Если мы наполнимся Святым Духом, на этом месте сокрушится дела дьявола и снизойдет Божье царство. 여러분, 사단에게 속지 않으면요, 우리 삶은 천국이 됩니다. Если вы будете не будете обманывать сатаной, то ваша жизнь будет подобна раю. 돈이 많아야 천국이 될 것 같습니까? Разве если у вас будет много денег, это будет рай? 여러분, 돈이 없든 있든 상관없습니다. 천국은. И для рая нету разницы, есть ли у вас деньги или нет. 돈을 쌓아놓고도 지옥처럼 사는 사람이 얼마나 많은지 몰라요. Я не знаю, насколько много людей, у которых много денег, но они живут как в аду. 물론 돈이 있으면 편리하겠죠. Конечно, будет спокойно передвигаться, если будут деньги. 그것이 꼭 천국을 이루는 조건은 절대 아닙니다. Но это не критерий, чтобы попасть в рай. 돈이 없으면 좀 괴로울 수 있겠죠. Конечно, если не будет финансов, будет немножко тяжело. 불편할 수 있겠죠. 뭐 неудобства. 그렇다고 그것이 꼭 지옥을 의미하지는 않습니다. Но если так это не говорится, что это жизнь подобна аду. 여러분, 사단의 일을 멸하고 나면 그 삶이 그때부터 천국이 시작되는 거예요. Если все дела сатаны сокрушатся, с того момента начинаются дела. 이것은 성경이 끊임없이 말하고 있는 핵심적인 내용이에요. И это основное содержание, которое Библия нам говорит постоянно. 근데 이 근원을 보는 눈이 없으니까 성경 읽으면서 재미가 없다. 뭐 엉뚱한 것만 또 알고 그래가지고 괜히 뭐 아는 척하는데 전부 다 틀린 얘기만 하고 있는 거예요. И человек даже читая Библию, не понимает именно об основной проблеме, поэтому говорит, что не понимает. 교회 막 20년, 30년 다니는 사람 얘기해 보세요. 아는 건 엄청 많아요. Попробуйте общаться с людьми, которые в течение 30 лет ходят в церковь, они ничего не знают. 전부 다 표면적인 얘기만 하고 있는 거예요. Они говорят, что они очень много знают, но они говорят о мерзком. 근본에 대한 얘기는 하나도 모르면서. Но не знают об основной части. 그러니까 많이 아는 것 같은데 삶이 계속 무너지는 거예요. Вроде бы они очень много знают, но их жизнь разрушается. 이 근본을 모르면 교회 다니면서도 인생은 재앙처럼 저주받은 것처럼 산다니까요. И даже верующие, ходя в церковь, живут в проклятиях. 근본을 알아야 이 진정한 하나님 나라를 누리게 될 줄로 믿습니다. Я верю то, что если человек узнает основную проблему, он будет жить. 오늘 본문이 우리에게 이 비밀을 말해주는 그 날인 거예요. И сегодня в кафедральном месте Писания нам говорится об этой тайне. 오늘 2장 10절에서 13절을 보면 목자들에게 전해진 기쁜 소식이 전해졌다고 얘기합니다. И сегодня от Луки 2 глава с 8 по 14 стих нам говорится. 오늘 본문에 보니까요. 천사들이 이 기쁜 소식을 전했다 이렇게 나옵니다. И сегодня в кафедре говорится
ангелы дали такую весть. 이거는 천사라는 존재 자체도요 근본적 존재를 말하는 거예요. Именно об ангелах говорится об основном существе. 여러분 천사가 눈에 보입니까? Разве ангел видим нашим глазам? 안 보입니다. Он не виден. 많은 사람들이 천사했더니 어린 아이가 뒤에 날개 있고 그리고 이렇게 뭐 삼지창 같은 거 들고 있고 그런 게 천사 그런 의미가 아닙니다. 천사. Многие люди у них ассоциация с ангелом, что нужно сзади, чтобы крылья были, это не так. 영적 비밀을 알려주는 존재예요. И это существо, которое нам дает знать именно духовную часть. 천사의 기쁜 소식이 전해졌다는 얘기는 영적인 비밀이 알려졌다는 거예요. Говорится то, что ангел дал нам радостную весть, это то, что он дал нам познать духовное. 다윗 왕이 시편 103편 20절로 22절 이런 말씀이 있습니다. И царь Давид от Псалом 103 глава 20 по 22 стих сказал так. 여호와의 말씀을 전하는 천사여 이렇게 나옵니다. Говорится ангел, который говорит о Божьем слове. 그의 뜻을 행하는 모든 천군이요. И ангелы Господни, которые делают. 그가 다스리는 모든 곳에 있는 천사 천군이요. И говорится, ангелы Господни, которые находятся на этом месте. 근본에 대한 비밀을 알려주는 것이라. И здесь говорится, чтобы дали познать именно о духовной части. 성탄은 뭐죠? А что такое Рождество? 근본 문제의 근본 해답이 우리에게 주어진 날이라는 거예요. И это день, когда на нашу основную проблему была дана разрешение, ответ. 그래서 성탄을 알 때, 아, 우리에게 근본 그 문제를 해결할 분이 오셨 날이구나. 그래서 우리는 성탄을 축하는 겁니다. И почему мы празднуем Рождество? Мы празднуем тот день, когда мы познали эту тайну. 그러면서 2장 10절에 뭐라고 얘기하냐면요. И что говорится в 10 стихе? 온 백성에게 미칠 기쁜 소식이라는 거예요. И говорится, что возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. 이 성탄은 유대인에게만 전해진 말이 아닙니다. И это Рождество не только иудеям было дано. 하나님이 세상에 와야 되는데 어딘가 어느 민족이든 어떤 인간을 통해서도 와야 돼요. 그러다 보니까 하나님 유대인을 선택한 것이지 유대인의 그리스도는 아닙니다. 이 христос не только христос иудеев, потому что он должен прийти куда-то. Он пришёл. 온 인류의 그리스도라는 거예요. Говорится христос для всех. 이 말은 모든 사람에게는 근본 문제가 있고 모든 인간에게는 근본 해답을 가져야 된다는 얘기예요. И здесь говорится, что у всех людей есть основная проблема, и все люди должны иметь ответ. 근데 놀랍게도 유대인은 예수님을 환영하지 않았습니다. Но как ни странно, иудеи принимали Христа. 그렇죠? 하나님은 유대인을 통해 왔지만 유대인은 예수님을 도리어 십자가에다 매달려 죽여버렸어요. И Христос пошел через иудеев, но иудеи же распяли Христа на кресте. 그래서 요한복음에는요, 세상에 빛이 왔는데 아무도 그 빛을 환영하지 않았다 그렇게 나와요. И в Матфеевом говорится, пришел свет в этот мир, но никто не праздновал это. 온 인류의 구세주가 오신 줄로 믿습니다. Я верю, что пришел Спаситель всех людей. 그러면서 2장 11절 다윗의 동네에 그분이 오셨다 이렇게 나옵니다. Говорится, ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. 4절에 보니까요. 이렇게 나옵니다. 다윗의 집 족속으로 갈릴리 나사렛 동네에 유대인을 향하여 베들레헴이라는 다윗의 동네로 이렇게 베들레헴에 태어났다는 얘기를 하고 있는 겁니다. 예, в 4 стихе говорится то, что Иисус родился в Вифлееме. 베들레헴 탄생에 대한 예언은 700년 전에 이미 예수님 탄생 700년 전에 미가라는 선지자를 통해서 먼저 예언했던 것입니다. Именно через пророка Мика было предсказано то, что в Вифлееме родится Спаситель. 그래서 미가서 5장 2절에 보면 이런 말씀이세요. И поэтому в Библии есть такой стих. 베들레헴 에브라다야, 넌 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 내게로 나올 것이다. Говорится, Вифлеем, даже если ты мал, то именно в этом городе родится Спаситель. 이 베들레헴이라는 곳에 메시아가 올 것이다라고 700년 전에 예언했고 그 700년 후에 성취된 겁니다. И до рождения Христа 700 лет назад было предсказано то, что в Вифлееме родится Спаситель. 원래 베들레헴이라는 곳은요 떡집이라는 뜻입니다. И вот Вифлеем обозначает рис. 그 지명 이름이 뜻이 떡집이란 뜻입니다. И именно такое обозначение имеет. 그게요 신학자들은 조금 좀 억지스러운 설명이긴 하지만. 이 땅에 예수님이 생명의 떡으로 오셨다는 것을 나타낸 것이다. 이렇게까지 말하고 있어요. 아, какие-то теологи говорят то, что именно Христос пришёл как хлеб. 구약에 예수님의 예언에 대한 성구가 460번 있습니다. Именно 460 раз в Ветхом Завете говорится о нём. 그 중에 딱 하나만 아직 성취가 안 되고 나머지는 다 되었어요. Всё совершилось, только одно ещё не совершилось. 재림 예수에 대한 예언만 아직 성취가 미뤄졌고 엄밀하게 보면
구개가 성취됐다고 볼 수 있는. Говорится, что 400 с чем-то предсказания исполнены, и только одна пришествие Христа еще не исполнилось. 예수 그리스도에 대한 예언은 완벽하게 성취된 겁니다. И предсказание об Иисусе Христе совершенно исполнилось. 그러면서 오늘 우리에게 뭐냐? 온 백성에 미칠 큰 기쁨의 소식이다 이렇게 나와. И говорится большая радость для всех людей. 여러분 복음이라는 말 자체가 기쁜 소식이라는 뜻이거든요. Евангелие это говорится это благая весть. 근데 큰 기쁨의 좋은 소식. Но говорится радость большая. 세상에서 가장 좋은 소식이라는 뜻입니다. Это говорится что благая весть хорошая новость. 우리가 세상에 좋은 소식이 많죠. И в этом мире очень много хороших новостей. 그러나 그리스도가 온 것은 세상에서 가장 기쁜 소식이라는 얘기. Но говорится самая большая радостная новость это то, что Христос пришёл на эту землю. 근데 오늘 본문에 보니까요. 예수님이 어디에 왔습니까? Но сегодня в кафедральном местописании куда пришёл Иисус? 7절에 보니까 구유에 누여 있다 이렇게 나와. И в 7 стихе говорится был на яслях. 12절에 보니까 이 구유에 누워 있는 것이 표적이다 이렇게 합니다. И в 12 стихе говорится это знак. 물론 예수님이 오실 때 요셉과 마리아가 호적을 하러 가는 길에 아이를 낳을 곳이 없어서 부득이하게 마구간에서 아이를 낳은 것이 나오죠. Бывает то, что Иосиф и Мария, у них на дороге случилось роды, и они зашли на место, на первое встречное место. 이 구유라는 뜻은 짐승의 먹이 그릇을 말하는 겁니다. Это был сарай, где жили животные. 그죠? 짐승에게 음식을 주기 위해서 담아놓는 그릇을 구유라고 하는 거거든요. Говорится, были такая чаша, где откуда кушали животные. 아이가 태어났는데 아이를 짐승의 먹이 안에 그릇에 담아서 그곳으로 해서 아이를 받았다는 거예요. Говорится, младенец родился, его положили именно на эту чашу, откуда ели животные. 이것은 두 가지 깊은 뜻을 가지고 있습니다. И это означает очень два больших смысла. 하나는 이 땅에 생명으로 오셨다라는 거예요. Первое это то, что пришёл в этот мир как жизнь. 우리에게 생명을 주러 오신 분이 그리스도란 뜻입니다. Говорится, Христос, который пришёл, чтобы дать нам жизнь. 그 요한복음 6장 35절 또 6장 51절에 보면 예수님이 지금 나는 생명의 떡이니라 이렇게. И от Иоанна 6 главе Иисус говорит: "Я есть хлеб". 너희가 나를 먹어야 너희는 영원히 살 수 있다. И если вы будете есть меня, то вы будете жить вечно. 요한복음 3장 16절에서 예수님이 그럽니다. 내가 이 땅에 온 것은 너희를 하여금 생명을 주려고 온 것이다. 이따가 요한 3:16 예수스 담고 야 пришёл в этот мир, чтобы дать вам жизнь. 그 예수님이 구유에 왔단 말은요. 우리에게 생명의 주로 오셨다는 것을 말하고 있습니다. И то, что Иисус пришёл на это место, он пришёл, чтобы дать нам жизнь. 요한복음 6장 보면 예수님이 그래요. 너희는 나를 먹어라. 근데 이 말을 사람들이 이해를 못 했어요. 예, 요한 6장 예수스 говорит: "Ешьте меня". Но люди не поняли. 예수님을 잡아먹는다 말이 아니죠. Это не говорится, что нужно схватить Иисуса и съесть его. 예수님을 내가 마음의 구주로 영접한다는 거예요. И это принять Иисуса Христа в моё сердце спасителем. 주님이 나의 구주가 되어야만이 나는 진정으로 인생이 새로운 삶이 시작된다는 거예요. Это говорится, что начнётся новая жизнь вместе. 예수님을 영접한 사람을 가르쳐 거듭났다 그렇게 표현합니다. И человек, который принял Иисуса Христа в своё сердце, он очень большой. 그 사람은 새 생명이 시작됐다고 합니다. И у этого человека началась новая жизнь. 삶이 계속 어둠 속에서 죽음처럼 있습니까? Находится ли ваша жизнь сейчас в темноте? 그걸 바꿀 수 있는 길은 딱 하나밖에 없어요. Есть только один способ изменить это. 돈 번다고 되는 게 아니에요. Это не получится, если вы будете много зарабатывать. 성공한다고 되는 게 아니에요. И не получится, если вы добьетесь успеха. 예수님을 나의 구주로 영접한 날로부터 내 인생은 새롭게 시작되는 거예요. Моя жизнь начнётся снова с того момента, когда я начинаю принимать Иисуса Христа. 성경은 이 비밀을 우리에게 계속 말하고 있는 거예요. И Библия постоянно говорит об этой тайне. 근데 요한복음 6장을 보면 알지만 거의 99.9%의 사람들이 그 말을 못 알아듣는다는 거예요. Но от Иоанна 6 главы говорит, что 99.9% людей не поняли. 예수님 제자들도요. 너무 어렵습니다 이래요. И даже для учеников Христа это было тяжело. 아니 우리는 지금 육신의 것이 필요한데 우리는 육신적으로 뭔가 도움을 필요한데 예수님은 나를 먹으라 하니 이게 너무 어렵습니다 이렇게 얘기해요. Они говорили: "Иисус, нам тяжело, так как мы хотим плотское, а ты нам говоришь о духовном". 그 사람들이요. 그것 때문에 시험 들어 가지고 다 예수님을 떠났다고 나와요. Говорится, что многие люди искусились этим словом и многие ушли от него. 그러니까 제자들도 막 갈등합니다. И даже ученики колебались. 아, 우리가 예수님을 진짜 따라가야 되나 말아야 되나? Что нужно ли следовать нам за Иисусом или нет? 성도님들도 그런 분들 많습니다. И даже очень много людей среди верующих. 아, 예수 믿으면 돈 좀 생길 것 같고 성공할 것 같은 왜 이렇게 이런 것도 안 생기고 자꾸 예수를 믿으라고 하고 아 갈등되네 이거 믿어야 되나 말아야 되나 똑같은 거예요. Они говорят то, что вроде если я буду ходить в церковь, я буду много зарабатывать, это они такие начинают колебаться. 그러니까 예수님이 이럽니다. 너희들도 떠나려 하느냐 아니에요. И поэтому Иисус говорит, вы тоже хотите уйти? 너희들도 육신을 위해서 여기 왔냐? 그러면 가라. И Иисус говорит, если вы пришли ради плотского, идите.
가셔야 됩니다. Нужно идти. 삼성 같은 데 기업에 취업하는 게 훨나요. И лучше устроиться в какую-то компанию. 대기업에 취업해서 돈 버는 게 훨났습니다. Лучше устроиться на большую компанию зарабатывать много. 가라 그래 얘기해요. Говорится, идите просто. 그때 베드로가 이렇게 얘기해요. Но Петр говорит так. 주님, 생명의 말씀이 여기 있는데 내가 어디로 가오리까? Петр говорит, Господь, слово живое находится здесь, куда же я пойду? 예수님 그래서 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. И поэтому Иисус сказал такое местописание. 이걸 네가 알았구나. Сказал Петр, ты понял это? 그렇습니다. 이건 비밀입니다. Это так, это является тайной. 복음은 비밀입니다, 사실. Евангелие это и есть тайна. 이걸 이해 못한 사람은요, 이 예수님을 믿는 것을 우습게 봅니다. Но люди, которые не верят в это, они начинают смеяться над людьми, которые верят в это. 근데 우습게 보는 본인은 삶이 지옥처럼 삽니다. Но тот, который смеется над этим человеком, у него жизнь как в аду. 문제는 예수님 믿는 사람은 천국처럼 살 수 있어요. И говорится то, что человек, который верит в Бога, он будет как в раю. 이런 아이러니한 인생이 시작될 수 있는 거예요. И может начаться такая жизнь подобна иронии. 왜 우리가 예수님을 믿습니까? Почему же мы верим в Иисуса? 세상에 그 어떤 것도 해결할 수 없는 저주와 재앙을 해결할 수 있는 시작이기 때문에 그렇습니다. Потому что это начало разрешения всех наших проблем. 그리고 구유에 오셨다는 얘기는요. 지극히 작은 자 하나까지도 주님은 구원의 대상자라는 걸 말씀하고 있는 거예요. И то, что пришел в этих маленьких яслях, то, что все люди имеют право получить спасение. 예수님은 궁궐에서요 왕자처럼 화려하게 태어나질 않았어요. Иисус не родился во дворце. 그렇다면 그를 만날 수 있는 사람은 왕족 외에는 만날 수 없을 겁니다. Если бы так, то с ним могли бы встретиться только те люди, которые в два дворца. 그러나 주님이 구유에 태어났기 때문에요 그 누구도 관심 없는 목동들도 주님을 만날 수 있었어요. Но даже так как Иисус родился в яслях, даже пастухи с ним могли встретиться. 동방박사들도 주님을 만날 수 있었어요. И даже люди за 도리어 화려한 왕국에 있는 헤롯 왕만 예수님을 알지 못했어요. 이 только царь Ирод не мог знать. 예수님이 구유에 왔다는 것은 모든 인류의 구원자이시고 모든 사람이 만날 수 있다라는 겁니다. То, что Иисус родился в этих яслях, то, что он пришел спасителем всех людей. 예수님은 지극히 작은 자 하나라도 다 나의 구원의 대상자라는 거예요. И поэтому даже самый малый является тем, который должен получить спасение. 그래서 우리는요 구원의 대상자를 함부로 우리가 결정하면 안 됩니다. И поэтому мы не должны сами выбирать человека, который примет. 지극히 작은 소자까지도 주님은 다 구원의 대상자로 여기고 있기 때문에. Потому что Господь даже самого малого от него ожидает. 그때 천사가 이런 찬양을 합니다. И тогда ангел начал так восхвалять. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에 사는 모든 사람들 중에는 평화로다. Говорится слава вышних Богу и на земле мир в человеках благословение. 영광이라는 말은 글로리아라는 말로 표현합니다. 이 это говорится слава. 근데 이 영광은 사실은요. 하나님의 나타냄을 표현할 때 쓰는 용어입니다. 이 это слово слава используется именно только тогда, когда мы говорим о Боге. 이것이 최상급이거든요. Потому что это самое наивысшее слово. 근데 보통 우리가 굉장히 존경하는 사람이 나타나면 선생님을 만나서 영광입니다. 이런 거는 마치 하나님을 만난 것 같이 그렇게 내가 기쁩니다. 이런 뜻이 있는 겁니다. И бывает, когда мы встречаемся с людьми, мы говорим слава и честь, то, что я вас с вами встретил. Но это используется слово именно к Богу. 그러잖아요. 대통령 만나면 대통령 각하 오늘 만난 게 저에게는 영광입니다. 이 얘기는 내가 마치 하나님을 만난 것 같이 그렇게 여깁니다. 뭐 이런 뜻의 표현입니다. 사실. И то, что мы встречаемся с президентом, мы тоже говорим слава и честь, то, что я с вами могу встретиться. 그럼 하나님 하늘의 영광이란 말이 뭐죠? А что такое слава вышних Богу? 하나님이 드디어 우리에게 나타나셨다. Говорится, наконец-то Бог явился нам. 어마어마한 일입니다. Это большое дело. 하늘의 영광이라는 얘기는 영원한 하나님이, 창조주신 하나님이, 전능하신 하나님이 인간의 몸을 입고 우리에게 나타났다. Говорит, что слава вышних Бог, который был на небесах, пришел на эту землю. 사실 엄밀하게 말하면 영광이라는 단어를 쓸 수 있는 사람은요, 예수 그리스도를 믿는 사람 외에는 쓰면 안 되는 겁니다. Если так посмотреть, только человек, который верит в Христа, может использовать слово слава. 이건 아주 특별한 용어거든요. Потому что это особенное слово. 그래서 요한복음 1장 14절 이렇게 얘기합니다. И поэтому Иоанна 14 главе говорится. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 디아나 진치트렌스 говорится, слово стало плотью и явилось нам. 예수님을 보는 순간요, 하나님을 내가 보니 진정한 영광을 보았다라. И говорится, я увидел Бога. 말씀이 육신이 우리 가운데 거한 이것이 영광이라는 거예요. Говорится, слава тому, что что слово пришло. 뭐가 영광입니까? И что же такое слава? 볼 수 없는 하나님을 우리가 봤으니 영광 아닙니까? Говорится слава Богу, которую мы не увидели Бога, но 오늘 하늘의 영광이 여러분에게 임한 날이 된 줄로 믿습니다. Я желаю сегодня, чтобы эта слава была вместе с вами. 예수님이 그래요. 나와 아버지는 하나다. И Иисус говорит, я и мой отец, мы одни. 예수님이 요한복음에 이렇게 얘기합니다. 나를 본 자는 아버지를 보았느니라. Иисус от Иоанна говорит, тот, который видел меня, увидел моего отца.
누가 하나님을 본 자입니까? 예수 그리스도라는 자가 하나님을 본 자입니다. 오늘 이 영광의 축복이 여러분에게 임한 줄로 믿습니다. 그러면서 말하길 땅에 사는 모든 사람에게는 평화로다. 인생의 근본 문제의 저주에서 빠져나왔으니까 이제부터 우리의 삶은 평화로운 거예요. Говорится, так как мы вышли из этих проблем и бедствий, наша жизнь теперь спокойная. 이 평화는 세상에 주는 평화와 같지 않습니다. И этот мир не тот, который нам дает этот мир. 요한복음 14장 47, 27절에 보니까 이 평화를 내가 너에게 끼치노라. И именно Тиана 14 глава 27 стихе говорится о мире, который Бог нам дал. 내가 너에게 평화를 주노라. Говорится, дам вам мир. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. И мир, который я даю вам, не похож на покой мир этого мира. 세상의 평화는요, 굉장히 불안전한 평화입니다. 아, мир, который находится в этом мире, это неспокойное. 우리가 이렇게 얘기합니다. 우리 집안의 평화로 해서 내가 참아. Мы говорим, так как у меня в семье спокойно, нужно просто терпеть. 내가 집에 평화로 해서 내가 양보해. И чтобы у нас дома был мир, нам нужно уступать. 그 얼마나 불안한 평화입니까? Настолько же это неудобное слово. 터지는 날에는 끝나는 겁니다. Если все начинают взрываться, то все. 내가 세 번은 참어. Люди говорят, я буду трижды терпеть. 뭐를 위해서? 평화를 위해서. Ради чего? Ради мира и покоя. 네 번째 이제 끝난 거야. Но в четвертый раз все заканчивается. 이제 법원 가. И все. 이제 평화가 끝난 거예요. И мир на этом заканчивается. 세상에 주는 평화란 것은요, 이게 엄청 이게 불안한 평화입니다. И мир, покой нам. который нам мир дает, это неправильное. 고요하지만 살벌한 거죠. Вроде бы она спокойная, но очень опасная. 전 세계가 지금 세상이 주는 평화로 조용한 겁니다. И весь мир сейчас вроде бы спокоен. 네가 핵무기 만들어, 우리도 핵무기 만들어. Они говорят, я счастлив, ты счастлив. 네가 터뜨려, 나도 터뜨릴 거야. Ты взорвешься, я взорвусь. 그럼 우리 서로 안 터뜨리겠지? 그럼 평화가 온 거야. И говорится мир, потому что они друг друга терпят. 불안한 평화인 겁니다. И это неспокойное. 그래도 한 사람이 삐딱하면 끝나는 겁니다. Если один человек выйдет первым, то все закончится. 이게 세상의 평화예요. И это и есть покой этого мира. 주님의 평화는 그게 아닙니다. Но мир, который нам дает Бог, не такой. 너가 어떤 상태든지 상관없이 나는 평화로워. И Господь говорит, какой бы ты либо состоянии находился, ты будешь спокоен. 요셉을 보세요. 형들에게 그렇게 미움을 받고 노예로 팔려가는데 평화롭습니다. Он был ненавидим своими братьями, попал в рабство. 보디발 가정에서 그는 노예로 있지만 평화로워요. И даже в доме Потифара он был спокоен. 그러니까 보디발이 깜짝 놀래요. И Потифар он удивился. 난 너같이 이렇게 평화로운 자를 지금까지 본 적이 없다. Не видел я до этого человека как ты. 아니 이렇게 노예로 팔려와서 막 일을 갈면서 막 그냥 원망하면서 이래 정상인데 이건 유티 이런 인간이 다 있냐? И Потифар говорит, ты должен был вроде бы злиться то, что ты пришел рабом, как ты так спокоен. 또 그 부인에게 또 억울하게 누명 쓰고 감옥까지 갔어요. И даже его несправедливо обвинили из-за жены. 평화롭습니다. Но все равно он был спокоен. 감옥에서 사람들 상담해주고 있어요. И даже в темнице он начал консультировать. 이 평화를 도대체 누가 뺏어가겠냐는 거예요. Говорится, кто же отберет этот покой, который у него есть? 왕자는 꿈으로 악몽에 시달리고 있습니다. И даже фараон мучился. 모든 권력을 다 가졌으나 평화롭지가 않은 거예요. И он имел всю власть, но не был спокоен. 그 황제가 요셉을 만났는데 말합니다. 난 너같이 평화로운 자를 처음 봤다. И фараон сказал Иосифу, тот не видел ни одного человека, как ты. 그 평화를 우리 왕국에 좀 줄 수 없겠냐? И он сказал, можешь ли нам ты нам дать этот покой, который ты имеешь? 내가 너를 총리로 세우고 싶다. И я хочу тебя поставить премьер-министром. 세상이 줄 수 없는 평화. И это мир, который нам да우시 시편 23편에서 뭐라고 얘기죠? И что говорит Давид от Псалом 23? 여호와는 나의 목자시는 나는 행복하다는 거예요. Говорится, Господь пастырь мой, я в чем не нуждаюсь. 난 부족함이 없다는 거예요. Говорится, я счастлив. 불안한 게 없다는 거예요. Говорится, нету ничего проблем. 그게 세상이 줄 수 없는 평화입니다. И этот покой и мир, который мир нам не может дать. 그리스도를 알면 알수록 우리 삶에 평화가 임하는 줄로 믿습니다. Я верю, с каждым разом, когда мы будем познавать Христа, в нашей жизни будет покой и мир. 성탄절에 이 평화가 여러분에게 넘쳐나길 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы тайна этого Рождества была в вас. 이 모든 것이 가능한 이유는 딱 하나입니다. И есть причина, почему это все возможно. 전능하신 하나님이 나와 함께하기 때문입니다. Потому что великий Господь вместе со мной. 그래서 마태복음 1장 21절에 이런 말씀을 하는 거예요. И поэтому от Матфея 28:20 говорится так. 아들을 낳으리 이름을 예수라라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 그러면서 23절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리니 이 뜻을 해석하면 우리와 함께 계시다 함이라. 네, именно от Матфея, от Исаия говорится о рождении Христа, Спасителе, и про него говорится, что это Иммануил. 성탄의 최고의 선물은 하나님이 우리와 함께하는 겁니다.
Наилучший подарок на Рождество это то, что Господь вместе с нами. 우리는 혼자가 아닙니다. Мы не одни. 나는 외롭고 고독한 홀로의 삶이 아니에요. Это не моя жизнь в одиночестве. 누군가가 늘 옆에 있어야 좀 위로받는 그런 불안한 존재가 아니라니까요. 그래서 вы не те люди, что кто-то обязательно должен быть рядом с вами, чтобы вы были 주님 한 분만으로 충분히 우리는 모든 것이 풍족한 그러한 존재가 된 줄로 믿습니다. Я верю то, что мы те люди, которые даже с одним Господом счастливы. 사실 어떤 면에서 난 외로워요, 슬퍼. 이 자체가 임마누엘이 안 돼서 그렇습니다. В какой-то степени мы говорим, мне грустно, мне одиноко, это потому что Иммануила нету. 왜 삶에 자꾸 우울증이 옵니까? 임마누엘이 안 돼서 그래요. Почему людям приходит депрессия, потому что у них нет Иммануила? 그 우울이 어디서 오느냐? 사람에 대해서 갖는 어떤 그 이 함께가 안 되는 데서 오는 거 아닙니까? И откуда во все эти депрессии приходит в тот момент, как с человека? 이게 지나치면 이제 집착이 되고 이제 나중에 병이 되는 거죠. Если это все будет еще ухудшаться, это станет худшей проблемой. 이게 이제 의존이 되고 나중에는 이게 막 분열까지 갑니다. И уже человек начинает зависеть от человека. 하나님과 함께가 안 되면요, 인간은 사람이나 뭐에 집착하게 되는 거예요. Если человек не вместе с Богом, он начинает взирать только на человека. 저는 애완동물을 키우는 건 좋다고 생각합니다. Я думаю, хорошо то, что дома держать каких-то питомцев. 애완동물은 인간이 함께해야 사요. 임마누엘, 인간이 임마누엘 해줘야 돼요. 애완동물은. Потому что этому животному нужно, чтобы был хозяин, чтобы он жил. 개 입장에서는 인간이 자기와 함께해줘야 행복한 거예요. И со стороны этой собаки он счастлив, когда. 근데 우리가 하나님과 함께가 안 되면요. 이 동물한테도 집착해 버리는 거예요. А что если мы не будем вместе с Богом, мы начинаем взирать на него? 왜 그런지 아십니까? Знаете ли почему так? 내가 다 하나님과의 만남 거기서 만족이 안 되니까 다른 어떤 대상에게 자꾸 집착하는 거예요. Почему? Потому что я недовольна теми вещами, которые у меня есть. 이런 일들이 정말 사람들 가운데 너무 많이 일어. И такие дела происходят среди людей. 이거 치유해 줘야 돼. И нужно исцелить это. 참 이게 너무 슬픈 일이에요, 그런 게. Это очень грустно. 참 이게 참 할 말이 너무 많은데 그만하겠습니다. 그래서 위드 임마누엘 원리스의 축복을 누리길 주의 이름으로 축원합니다. 그냥 Господь желает, чтобы вы наслаждались вместе Иммануил единство. 함께를 조금씩 달리 설명한 겁니다. И это говорится, я вам объяснил об этом. 위드라는 것은 개인적으로 하나님이 나와 함께 내 안에 계시면서 나와 동행한다는 의미에서의 위드입니다. А что такое вместе то, что Бог внутри меня находится вместе со мной. 그래서 위드라는 얘기는 어떤 면에서요? 그 과학적으로 말하면 화학적 결합이다라고 하는 게 하나의 새로운 상태로 데려가는 겁니다. В какой-то степени, в научном степени вместе это как один гормон. 주님은 내 안에, 내가 주님 안에. Говорит, Господь во мне, я в Господе. 이게 신앙생활의 시작입니다. И это начало верующей жизни. 이거를 위드라고 합니다. И смотря на это, мы говорим вместе. 시편 23편에 나와 있는 다윗의 고백이 바로 이 위드를 가장 잘 설명했어요. И именно Псалом 23, исповедь Давида говорится именно о вместе. 거기 보면 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해의 받음을 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하시기 때문이다. Это говорится, я не убоюсь зла в тени смерти, потому что Господь находится вместе со мной. 죽음이 다가와도 전 상관없습니다. Говорится, даже если мне придет смерть, нету разницы. 어떤 위협이 다가와도 전 아무렇지도 않습니다. Даже если придет ко мне опасности, я не убоюсь. 영원한 생명의 주가 나와 함께하기 때문에. Почему? Потому что Господь вместе со мной. 그래서 내가 죽었다 합시다. Давайте рассмотрим, что я умер. 나는 그래도 천국에 갈 거니까 난 문제가 안 됩니다. Мне не проблема, так как я все равно пойду в рай. 이게 위드가 된 사람의 고백이에요. И это исповедь человека, у которого получается вместе. 자, 그 임마누엘은 뭘까요? А что такое Иммануил? 우리와 함께한다는 거. Это то, что вместе с нами. 우리라는 것은 믿음의 모든 성도들과 함께하신 하나님. И это Господь, который находится с верующими, которые верят в Бога. 그리스도 안에 새로운 만남, 새로운 가족이 생겼다는 의미입니다. Это говорится, в Иисусе Христе образовалась новая семья. 그래서 베드로가 이런 신앙 고백에 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다 이런 얘기를 하죠. 이 바톤 페드로 говорит так, ты Христос сын Бога живого. 그때 예수님께서 이 믿음 위에 내 교회를 세울 것이다. 이 тогда Иисус говорит, я построю на этом камне церковь свою. 그 교회는요, 우리의 성도들의 삶을 이루는 천국의 모형으로 우리와 함께하는 현장이 되는 줄로 믿습니다. Я верю, что церковь это то место действия Иммануила, когда Бог вместе с нами. 그래서요, 교회가 어떤 그냥 친교단체 모임 이런 개념이 아닙니다. 예, поэтому в церковь это не место, где люди просто собираются. 하나님과 함께하는
영적 가족 공동체가 되는 거예요. 이따 그러셨다. 또 미스터 제스 когда во Иисусе Христе семья собирается. 이 교회를 통해서 하나님 우리가 237 5천 종족 살리는 세계 복음화의 주역이 되기를 원하는 거예요. 이 через эту церковь Бог желает, чтобы мы оживотворяли 237 стран и спасали. 마지막 세 번째는 원리스의 축복입니다. 이 последний в третьих это благословение единства. 우리가 있는 모든 현장에 하나님이 함께 한다는 거예요. 그래서 나 всех наших местах действий Бог вместе с нами. 내가 있는 그곳에 주님이 함께 합니다. Потому что где я нахожусь, 내가 겪는 문제에도 주님은 함께 계십니다. Проблемы, которые я через прохожу, Бог вместе со мной. 그러니까 요셉이 겪은 여러 가지 문제 하나님이 함께하는 중에 최고의 축복으로 바꾸셨어요. Но все проблемы, которые были у Иосифа, Бог изменил это наилучшее благословение. 다윗이 겪는 수만 가지 문제 하나님이 그곳에 개입하여 모든 것을 축복으로 바꾸셨습니다. И проблемы все, которые были у Давида, Бог изменил все это на благословение. 이게 원리스의 축복입니다. И это благословение единства. 문제가 없니까? Если у вас проблемы, 문제는 반드시 답이 있어요. У проблемы обязательно есть ответ. 갈등이 옵니까? Если у вас колебания, 나를 갱신하는 축복의 현장입니다. И это место действия благословения, чтобы изменить. 위기가 옵니까? Приходят кризисы. 나를 축복하는 전환점, 기회의 전환점이 됩니다. И это именно шанс, чтобы измениться. 그래서 로마서 8장 28절이 이런 말씀이죠. И поэтому Римлянам говорится так. 하나님을 사랑한 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것들이 합력하여 선을 이루느니라. 8:28 говорится, те люди, которые верят в Бога, все переходит на доброе. 여러분이 하나님과 함께한다면 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили то, что Бог вместе с вами. 문제가 일어났습니까? Если сейчас у вас проблемы. 여러분, 하나님이 함께한다면 그 문제를 놓고 한번 하나님께 진지하게 집중하여 기도해 주시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы сконцентрированно помолились и предстали перед Богом. 하나님 왜 저에게 이 문제를 주셨을까요? Почему же Господь дал мне эту проблему? 당연히 올 수밖에 없는 일이었어요. Потому что это обязательно. 잘 생각해 보세요. 당연히 올 일이었습니다. Попробуйте хорошо подумать, это нормальное явление. 그게 지금 안 왔으면 언젠간 또 와야 될 일이었어요. Даже если эта проблема сейчас не придет, она бы когда-то пришла бы. 하나님이 나를 이걸 통해 내가 필요한 것을 보게 하시는 겁니다. Потому что Бог через эту проблему хочет, чтобы я увидел другую. 내가 필요했기 때문에 주신 거예요. Бог дал мне эту вещь, чтобы мне нужно. 잘 생각해 보면요, 나하고 무관한 문제가 아닙니다. Попробуйте подумать, это не проблема, которая. 당연히 올 일이 왔고 내게 필요해서 온 겁니다. Проблема приходит, потому что она нужна мне. 그런데 자세히 보세요. Но попробуйте видеть хорошо. 하나님이 절대적인 계획을 놓고 부르셨다는 거예요. 그래서 из абсолютного Божьего плана. 절대적인 계획을 놓고 그 문제가 일어났다는 거예요. 그래서 эта проблема произошла, чтобы совершить абсолютный Божий план. 그렇다면요, 우리는 그 문제 앞에 감사하게 되는 거예요. Если так, то перед этой проблемой начинаем благодарить. 당연히 올 게 왔다고 못 보면 어떻게 될까요? А что бы, если мы не увидим это? 억울하다고 생각합니다. Мы будем думать, что мы несправедливо-то. 필요해서 왔다고 안 보면요. А что, если мы не увидим то, что это нормально? 나는 불필요한 문제를 지금 겪고 있다고 생각합니다. Мы будем думать то, что я прохожу проблемы, через которые не должен. 그러면 하나님의 절대적인 계획이 보이겠어요? Разве этот человек увидит Божий план? 절대 안 보이죠. Он не увидит. 그럼 그 문제는 나에게 재앙으로 덮쳐버리는 거예요. И эта проблема для меня получается станет бедствиями. 빠져나온 비밀이 있는 겁니다. Есть тайна, чтобы выйти. 우리가 잘 봐야 됩니다. Нам нужно хорошо увидеть. 그래서 다윗 왕이요 사울 왕이 자기를 죽이려고 할 때 그 눈을 가지고 정확히 본 거예요. И поэтому царь Давид увидел царя Саула так. 당연히 올 일이 온 거예요. Это проблема, которые должны были прийти. 필요해서 온 거예요. Пришли, потому что необходимо. 하나님의 절대적 계획을 가지고 온 일이었어요. Потому что это дело, которое имело абсолютно Божий план. 그걸 봤기 때문에 다윗은 그것을 축복으로 다 바꿀 수가 있었던 겁니다. И поэтому Давид мог все это изменить на благословение. 우리는 너무 어떤 상황들이 오면 그냥 표면적인 것. 제가 계속 말씀드리잖아요. 근원적인 걸 보는 눈이 없이 다 표면적인 거 놓고 그냥 당장 오면 피하려고 하고 끌으려고만 한단 말이에요. И когда к нам приходят какие-то проблемы, мы начинаем избегать. 굳이 사람을 뭐 1류, 2류, 3류 나눌 건 없지만 그렇게 설명할 수도 있어요. И зачем люди разделять на всякие категории? 이 3류 인생은요, 문제가 오면 무조건 도망가려고 하는 거예요. Но все равно есть три вида человека, которые живут. 그 제가 군에 있을 때 꿩을 이렇게 잡으러 간 적이 있었어요. И когда я был в армии, было когда я шел ловить. 이 꿩이 막 달려가다가요, 눈에 머리 팍 박으면요, 자기가 숨은 줄 알고 가만히 있습니다. 그 몸통은 다 나와 있는데. И я охотился как-то, и это животное думает, что меня нету сзади. 그게요, 삼류 인생은 뭐냐, 문제만 무조건 머리 어디다가 바꿔서 숨으려고 하는 거예요. И третья степенная жизнь это когда человеку приходит проблема, начинает свою голову вниз. 그 숨는 것 여러 가지가 있어요. Есть несколько способов. 술 먹고 기절하고 숨는 것도 있고요. Люди прячутся, выпивая алкоголь. 문제는 놔두고 친구들하고
돌아다니는 숨기, 그거 다 숨는 겁니다, 그거야. Есть категория людей, которые прятаются так, что гуляют с друзьями. 상황을 외면하려고 하는 거거든. А есть люди, которые не признают ситуацию. 3류 인생이라. Это третьестепенная жизнь. 2류 인생이 있어요. А второстепенная жизнь какая? 투덜투덜 원망하면서 그냥 그래도 직면해서 해결하려고 하는 거예요. И человек, который роптает, но как-то пытается разрешить. 그건 2류 인생이라. Это второстепенная жизнь. 많은 사람들이 그렇게 합니다. Многие люди так делают. 인류 인생이세요. 아, первостепенная жизнь какая? 거기서 하나님의 절대 계획을 찾고 누리는 사람이에요. Это человек, который выявляет абсолютный Божий план и наслаждается. 성도는요, 하나님이 우리에게 영적인 고수가 되기를 원합니다. 예, Бог желает, чтобы верующий стал самым ценным. 여러분 스스로 고백하세요. 나는 영적 고수가 되어야 되겠다. И сами исповедуй, что я очень ценный. 인류 인생이 되길 주여 축원합니다. Я желаю, чтобы у вас стала первостепенная жизнь. 말씀을 맺습니다. А там заключение. 응답 중에 응답이 뭔가요? 아, ответ из ответа какое? 축복 중에 축복이 뭘까요? 아, благословение из благословения. 능력 중에 능력이 뭘까요? 아, сила из силы какое? 하나님이 나와 함께하는 겁니다. Это то, что Бог вместе со мной. 오늘 성탄은 바로 그 날입니다. И сегодня Рождество именно этот день. 하나님이 나와 함께하는 날이에요. День, когда Бог вместе со мной. 이 축복을 여러분 다시 한번 깊이 누리고 하나님 앞에 집중하는 축복의 시간 되기를 주여 여러분 축원합니다. Я желаю именем Господа, чтобы это стало для вас благословенным днем, наслаждаться Господом. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим тебя. 오늘 주신 말씀을 통해 다시 한번 우리 인생을 점검하며 최고의 축복자로 살아가게 하옵소서. И дай нам прожить наилучшим жизнью благовестника, который наслаждается. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 이 이름으로 예수 그리스도 말이오시. 아멘. 아멘.